Уважаемые коллеги, я предлагаю вам шагнуть буквально на окраину славянского мира, а именно заглянуть в Восточное Забайкалье, точнее в так называемое Большое Приоргунье. Аргунь – это пограничная река России с Китаем, куда русские казаки пришли в 17 столетии и с тех пор там закрепились и проживают достаточно долго. Но при этом хочется сказать, что русские проживают не только на левом российском берегу Аргуни, но и на правом берегу. Вот, к сожалению, на этой карте очень плохо, так сказать, видны реки, только какие-то вот некоторые черточки. Вот я вот курсором, сейчас веду, значит, вот здесь вот одна река, это река Хау, Дербул и вот здесь вот Ган. Это регион так называемого Трехречья. Эти все три реки впадают в Аргунь, примерно в одном месте, в районе, значит, города Приоргунска. Ну, чтобы вы себе прекрасно представляли, вот где-то вот здесь, вот железная дорога, и находится Краснокаменск. Я думаю, что печально известный город, вы о нем слышали. Так вот, вот этот район в Трехречье в 20-х годах бежало достаточно много русских после окончания гражданской войны в Забайкалье. В основном это было казачье население приоргунских станиц. Сейчас здесь проживают потомки китайско-русских браков. Старшее поколение сохраняет русский язык и являются носителями русских традиций. Я покажу сейчас немножко другую карту, более узкую, которая имеет отношение вот к теме настоящего доклада. Дело в том, что в этом регионе я работаю уже достаточно давно, начиная где-то с 92 года, первая экспедиция моя была на Аргуне. А начиная с 2007 года я как бы езжу и на китайскую часть, и на российскую часть. Вот вернулся из очередной экспедиции буквально неделю назад. Прекрасный регион, значит, удается зафиксировать достаточно уникальные фольклорные тексты и увидеть сохранность единой когда-то фольклорной традиции на этих двух таких территориях, которые пережили совершенно разную историю и социально-политическую, и экономическую, и переживают ее до сих пор. Так вот, значит, в 2013 году в экспедиции, которая была, значит, мной организована со студентами Российского государственного гуманитарного университета, вот в этом небольшом таком треугольничке три села Дано, Шара и Шаракан, это как, вот все эти три села когда-то входили в Донинскую станицу Забайкальского казачьего войска. И там станичное правление находилось значит, в станице вот как раз в селе Дано. Значит, интерес к этим селам у меня был не случайен, потому что мой прадед, видимо, когда-то или был в селе Шараканыча, да, или же у него был оттуда корреспондент, который присылал ему фольклорные материалы. И вот впервые за много лет, находясь, значит, вот в этих двух селах, в селе Шара и Шаракан, я услышал удивительное предание, которое, точнее, как бы не предание, а предсказание, которое я не слышал нигде до этого в Забайкалье. А именно о том, что в будущем когда-нибудь наступит такое время, когда вот село Шара сгорит, а Шаракан утонет. И надо сказать, вот подобного рода предсказания, так сказать, говорящие о гибели всего на Земле и не только всего человечества, но и каких-то отдельных населенных пунктов, но, ну и вообще всех тех изменений, какие произойдут, значит, да, они достаточно, так сказать, часто встречаются в Забайкалье. В основном они касаются того, что вот раньше говорили, что и железные птицы полетят, и вся земля окутается проводами и так далее, и так далее. И брат на брата пойдет войной. Вот. И
В основном вот подобного рода предсказания, они, так сказать, опирались на какие-то якобы письменные источники. Вот была какая-то книга, которую вы читали. А вот это предание, извините, это предсказание, оно явно имеет устный характер. И, значит, понятно, услышав один раз, затем я как бы активизировал свои вопросы по поводу данного сюжета, и выяснилось, что вот здесь же, вот в этих селах, есть и такие варианты этого предания, значит, да, что шаракан сгорит, а Дано затопит. При этом вот Шара и Шаракан, они как бы так объединялись в некую такую одну деревню, дескать, даже частушка была, Шарака и Шаракан, две деревни рядом, их побило градом. Тогда же в этой же экспедиции была зафиксирована еще как бы более полная форма этого предсказания, касающаяся всех трех поселков, значит, да, о том, что вот Шара лесом зарастет, Шаракан сгорит, а Дано утонет. И надо сказать, что актуализация вот этого предсказания, оно, видимо, произошло в последние годы. Дело в том, что в советское время здесь был достаточно богатый колхоз в этих двух поселках. Население было в каждом из них от 100 до 150 дворов. Сегодня это уже покинутые села. В них отсутствует медпункт, школы. Перенесена полностью администрация, и в каждом из них проживает там от 3 до 4 семей, и остались только старики и люди, занимающиеся разведением скота. То есть фактически, значит, то, что Шара зарастет лесом, то есть она будет покинута людьми, оно исчезнет с лица земли, а Шаракан сгорит. Ну, вы знаете, вот нынче я ехал от как раз от Калги, это районный центр, до Читы на автобусе, и всю дорогу меня сопровождали пожары. Более того, в самой Калге выезжал на пожар посмотреть, значит, как горит. Горит страшно, никто это не тушит, потому что нет на это ни сил, ни средств никаких, и надеются только на какие-то природные такие катаклизмы, как дождь или снег, которые, в общем-то, и уничтожат этот огонь. То есть вот представление о том, что одно из сел сгорит, по Забайкальскому краю, по-моему, этой весной сгорело целых три села полностью, абсолютно. Значит, есть даже человеческие жертвы. То есть и это предсказание вполне возможно когда-нибудь и сбудется. Значит, попытки выяснения, что же произойдет, значит, да, вот относительно того, кто и как затопит. Вдруг выяснилось, что вот находящаяся недалеко от Шарахана, значит, гора Кириха полна воды, что называется. Мне не удалось попасть на эту гору, потому что надо было, так сказать, перебираться через достаточно глубокую речушку. Вот. Но хочу сказать, что само указание, само название этой горы указывает, что она так или иначе была посвящена одному из православных праздников, а именно Кирика Улита. И на эту гору, видимо, в этот праздник, как это принято на, значит, вот такой вот календарной традиции русских, проживающих в Приоргуне, поднимались на гору, поднимались с иконами, и, скорее всего, там стоял крест. Когда я приехал в село Дано, вот, и стал там выяснять относительно, не слышали ли жители этого села относительно вот такого предсказания, мне сказали, что да, слышали. И более того, знают точно, что это предсказание относится к горе под названием Какауха. Вот ее вершина, этой горы. Значит, Дано расположено в подножиях этой горы. И самое интересное, что, значит, надо сказать, что в Дано две христианских общины, православных и старообрядцев. Здесь сохранился единственный старообрядческий храм, ныне действующий, единственный во всем Забайкальском крае. Вот. И старообрядцы села Дано,
на праздник Вознесения ходили на гору Вознесениха, а православные ходили вот как раз на Кокоуху. И по рассказам жителей, когда-то на этой горе стоял крест, поднимались туда на Вознесение, то есть на 40-й день после Пасхи, заносили туда иконы, пекли специальное обрядовое печенье, лесенки, которые ставили к кресту, и считалось, что как раз вот на Вознесение Иисус Христос поднимается на эту, значит, по этим лесенкам на небо, покидая землю, по которой он ходил с Пасхи до Вознесения, буквально 40 дней, значит, да. Ну и рассказывают, что вот якобы на вершине этой, значит, горы когда-то забьет горячий ключ, и он зальет все дано. Я поднимался наверх этой горы, и хочу обратить внимание, что на ее вершине вот есть такие каменные, значит, как бы выступы каменной породы, очень интересные, своеобразные, вот, которые говорят о том, что, в общем-то, гора не просто как бы ассоциируется в таком неком мифологическом понимании с камнем, но и является действительно каменной горой. В дальнейшем, в своих следующих экспедициях, я так или иначе расспрашивал об этом сюжете и столкнулся с ним, значит, в еще одном поселении под названием Чингильтуй. Это тоже бывшее, значит, бывшее казачье поселение, входила она, видимо, в Колганскую станицу. И вот что интересно, рядом с этим поселением есть своеобразная гора, которая называется местными Россыпь. Вот, значит, она не очень высокая, но это очень такой своеобразный феномен природный, когда, видимо, и трава, и лес, который растет на этой горе, он достаточно редок, как вы видите, вот, а в основном, значит, здесь, значит, на поверхность выходят камни. Значит, ну, вот это мои студенты пытаются подняться по этим россыпям. Значит, да. И они достаточно своеобразные на вид, на ощупь эти камни. И выяснилось, что в Чингильтуе также существует, значит, вот такое предсказание о том, что в россыпях очень много воды, и эта вода может затопить поселок. Более того, по рассказам одного из респондентов, он слышал от какого-то деда, что в этих россыпях, если, значит, не просто как бы так вода она зальет, значит, да, но если эта вода выльется из россыпи, то с ней на Чингильтуй, так сказать, попадет и очень много рыбы. Вот, то есть в этой воде, которая вот существует в этой горе, значит, она и живет еще и рыба. Хотелось бы пойти немного дальше, уже за пределы границы, и обратить внимание вот на поселок с названием, это старое русское название, Ернишное. Ернишное было основано казаками из России где-то в середине 20-х годов. И рядом с Ернишным есть гора Вознесенка, очень высокая гора. На нее забираться приходится где-то полтора часа, значит, и с ее вершины видна Россия, хотя, как вот если смотреть по карте, она находится достаточно далеко до границы. Гора эта так называется Вознесениха. И на ней, по воспоминаниям русских жителей села Ернишного, всегда стоял крест. На нее поднимались на
во время праздника Вознесения мы, так сказать, здесь видим, что бытует та же самая традиция, то есть русские казаки, которые пришли из Забайкалья в Китайское Трехречье после Гражданской войны, принесли с собой и тот багаж календарной обрядности. Значит, эти кресты, ну, в данном случае вот они достаточно новые, особенно вот этот крест, он чуть ли не железный, а эти кресты, по рассказам русских жителей села, не были уничтожены даже в годы культурной революции. Хотя в годы культурной революции все, что было связано с русским, уничтожалось полностью и достаточно жестокими методами. Был запрет на использование русского языка, вырубались кресты на кладбищах, естественно, были разрушены все церкви и часовни, а сюда просто не добрались. Было очень далеко, и значит, оставшиеся русские, которые здесь жили в культурной революции, просто не рассказывали о том, что стоят кресты, и эти кресты обновлялись, уже были обновлены значит, где-то в 80-х годах и вот дожили до наших дней. Я хочу обратить внимание еще на то, что в основании этих крестов лежат камни. Ну, это достаточно такая распространенная традиция во всем Восточном Забайкалье, когда на Вознесение несут сюда не только иконы, не только, вот я упоминал уже такое обрядовое печенье, как лесенки, но несут и камни, поднимают их прямо с подножия горы. Как говорят мои собеседники, нужно трудиться. Это вот некий обет, обряд, в некоторых случаях имеющий и очень важное значение. Считается, что вот по таким крестовым горам они, значит, кресты ставятся не только на Вознесенских горах, но и на горах, связанных с празднованием Девятой Пятницы, Кирики и Улиты, Петра и Павла. Вот, необходимо заносить камни вот, в случае тогда, когда требуется попросить у Господа о том, что тебя волнует. Сейчас это приобретает некоторые даже игровые формы. Вот в том же Дано на Вознесенку заносят камень, примерно тогда, когда нужно поехать в город и сдать экзамен при поступлении в ВУЗ. А издавна камни поднимали тогда, когда, к примеру, в семье не стояли дети, они, значит, рождаясь, они умирали, и женщина давала обет, заносила этот камень и просила, чтобы родившиеся дети жили и жили достаточно благополучно. Сейчас село Ернишное, в нем проживает буквально, ну, 3-4 семьи русских. Конечно, в большей степени это уже практически все это метисы, потомки китайских и русских браков, но значительная часть села – это монголы. И, значит, буквально лет 10 назад, немного выше, чем кресты, жители Ернишного, монголы поставили або. Вот. И, видимо, тоже совершают туда восхождение и проводят какие-то свои ритуальные практики. Так вот, выяснилось, что и, значит, по рассказам жителей села Ернишного существует также предсказание о том, что когда-нибудь произойдет так, что вода, которая находится внутри Вознесенихи, она прорвется и зальет Ернишное. Значит, здесь, правда, уже ссылались не
на рассказы какого-то, не на рассказы людей старшего поколения, а на вот специалистов, геологов, которые приехали, посмотрели, значит, изучили и вот таким образом, так сказать, сделали вывод. И я даже услышал следующее. Ну вот мы из этого села Ирнишиново и уехали. Живем сейчас в соседнем селе, потому что вот Вознесениха скоро как бы лопнет, вода выльется, Ирнишиново зальет, значит, да, и так сказать, мы этого боимся, поэтому и уехали оттуда. Следует сказать, что без сомнения, вот это предсказание, которое было записано в Ирнишиново, оно было принесено русскими, переселившимися из приаргунских земель в 20-е годы. В каких-либо других поселках, хотя я в последнее время, конечно, так сказать, опрашивал сплошняком, вот и в Средней Борзе, и в Кадае, и в Борзе, и, значит, вот туда, в Верхнем Колгукане, Нижнем Колгукане, ничего подобного не услышал. Ну вот, за исключением такого небольшого сюжета о том, что там мне один из старых охотников рассказал, что вот рассказывали раньше, что на какой-то там сопке, на какой-то сопке на вершине есть озеро. И вот он специально ходил и искал это озеро, никакого озера не нашел. Вот. Но вот старики якобы об этом говорили. Все это указывает на с одной стороны, как бы и распространенность вот этого предсказания, а с другой стороны, вот его ограниченность с точки зрения, так сказать, территории. Еще раз скажу, что она встретила, значит, вот в село Шаракан-Дано, Чингильтуй и Ирнишиново. И, скорее всего, значит, кто-то из жителей Ирнишиново как раз вот был родом из этих двух, сел. Здесь мне хотелось обратить внимание на следующее, что, конечно же, вот если сравнивать с другими предсказаниями, что одно как бы село зарастет, другое сгорит, а третье зальет, вот мотив воды, исходящий из горы, он, видимо, более архаичный, а вот мотивы сгорания и, значит, зарастания, они более поздние. И вот этот более архаичный мотив, он и лучше сохранился при переезде русских насельников из Забайкалья в Китайское Трехречье. Это первое. Второе, конечно, вот затопление, оно так или иначе ассоциировалось с представлением, значит, православных казаков с, значит, с ситуацией потопа, который когда-то был. И надо сказать, что при потопе горы сыграли огромную роль. Они фактически спасли все человечество. Но и в ковчег он как раз пристал к горе, и вся земля уже была затоплена, только вершины гор остались не затопленными. Значит, да, и таким образом человечество вновь распространилось по всей планете. Значит, да. Но если всемирный потоп, он уничтожил все человечество, то вот потоп, который произойдет из горы, и он произойдет в будущем, он уничтожит только какое-то конкретное отдельное поселение, не произойдет всемирного потопа. Значит, здесь произошло, вот мы имеем как бы такую некоторую зеркальность в этих двух сюжетах. Сюжет о всемирном потопе и сюжете о затоплении отдельного села. Значит, всемирный потоп, все человечество, здесь отдельное поселение, гора, которая спасла во всемирном потопе все человечество, здесь гора, наоборот, является источником опасности, именно из нее выйдет вода и затопит рядом стоящее поселение. Надо сказать, что
Значит, вот этот регион является не единственным в славянском мире, в котором существует данный мотив. Я с удовольствием в славянских древностях, в статье «На гору», написанную Еленой Евгеньевной Левкиевской, обнаружил упоминание того, что в болгарской традиции существует, значит, очень краткое сообщение, значит, существует такое представление, что из треснувшей горы вырываются воды, что приводит к наводнениям. То есть мы имеем как бы абсолютно точную аналогию вот в такой в русской забайкальской традиции. А о чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать в первую очередь о достаточно, так сказать, архаичном мотиве, который сохранился в фольклоре забайкальских казаков, который был актуализирован при их нахождении на этих территориях, где горы играют очень важную роль в пространстве. Причем это не просто горы, а те горы, которые семантически окрашены ритуальными практиками. И одним из таких, конечно же, хочется найти сразу посредника, потому что все-таки Забайкалье далеко, казаки туда пришли в 17 веке, а ближайшую аналогию мы находим в болгарском фольклоре, и хочется найти вот посредника в русской традиции, который бы также указывал на, вот, на этот достаточно архаичный древний мотив. И он обнаруживается в одной из казачьих песен, широко бытующей в России от русского севера до юга и до Забайкалья, она и там хорошо известна. Эта песня, она мало привлекалась к исследованию, и я не встречал ни одного упоминания анализа вот, начала этой песни, в которой говорится о том, что уж вы горы, горы мои воробьевские. Это могут быть воробьевские горы, закавказские, закубанские и так далее, и так далее. Как на этих на горах ничего не родится, как уродился на этих горах бел горюч камень, как из-под этого камня бежит речка быстрая. Спасибо. Действительно, очень важный сюжет. Это как бы обратный сюжет, ныряющий за землей. То есть земля и горы происходят из грязи, которую из моря, а здесь наоборот, вода происходит из гор. То есть камень как резервуар воды. Хотя, как вы сказали, это распространено широко, но так действительно сформулировано благодаря только вами, благодаря именно как камень, как резервуар воды, гора как резервуар воды, что земля – это резервуар минералов, это мы от Илиады знаем, а вот резервуар воды этот мотив, как мне кажется, не был сформулирован. Вот я спросила у Дмитрия Владимировича, как в этих фонтанах, какую роль играет камень. Так, только ли орнаментальную? Ну, в общем, это получается, это то же самое. То есть камень – резервуар воды, что, по-моему, очень интересно.